Меня зовут Алтынбеков Алдияр, я ученик 11 К-класса. Я участвую в Олимпиаде 10 класса. В первый раз я получил второе место в сетевой Олимпиаде. В этот раз надеюсь, что возьму первое. Участие в Олимпиаде мне дает много новых возможностей, но больше всего я люблю знакомиться с ребятами из других школ, из других городов. К Олимпиаде я готовлюсь уже давно вместе с учителем. Учительница скидывает мне задания, и я прорешиваю их для того, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Моя учительница — это Усенова Розанна Автозаевна. Я очень благодарен ей за участие в Олимпиаде. Самым сложным было для меня придумать структуру эссе, чтобы понять, как правильно написать вот так, чтобы получить максимальный балл. А самым интересным было, конечно же, сам творческий процесс, то есть все те идеи, что приходили мне в голову. Ребятам я, конечно, желаю удачи, желаю только побед, чтобы они продвигали нашу школу вперед, и советую начать готовиться пораньше, для того, чтобы уже знать структуру самого экзамена. Менің аты жөнім Гумак Ахтидар, мен 11-ші С сыныбында оқимын. Мен осы жылы алғаш рет қазақ тілі пәнінен желілік олимпиадаға қатысып отырмын. Қазір жарыс барысында шамалы қобалжып отырмын. Дегенмен олимпиада кезінде барлығын жақсы жазып шығуға тырысамын. Олимпиадаға қатысу себебім қазақ тіліне деген сүйіспеншілік деп ойлаймын.